Здравствуйте. Очередная моя идея, опять же, любимые мои трикотажные кофточки, которые, ну, они безликие. И вот я куплю, потом раз-два одену, потом лежит, потом опять достану, опять лежит. Ну, уже эта кофта у меня тоже довоенная, ей лет 10, а одевалась она раза три. Решила сделать на ней вышивку. Рискну, конечно. Что это будет, посмотрим. Надеюсь, все пойдет хорошо. Надеюсь, я не выброшу свою футболочку. Ну, конечно, этот дизайн слишком плотный для трикотажа. Ко мне пришла моя помощница. Выла. Вот она. Ну, залезай. Все? Не все? Все, Лакуся, все закончили. Сейчас будем утюжить и примерять. Помощница ты моя. Кушать еще рано. А ты требуешь внимания, да? Все. Ну, традиционно на манекене теперь покажу, как получилась вышивка. Честно говоря, думала, выкину. Когда пошли первые стежки, штук 50 отстегалось, думаю, ну все, конец моей футболочки желтенькой. Вышивка чуть ярче, чем на видео. Сейчас я на себе примеряю. Ну, в принципе, получилось то, что я и хотела. Руку поднимаю, топорщица, но на самом деле очень даже неплохо, только опять же не получается у меня себя заснять красивую, так чтобы я и поместилась вот так. О, отлично, и в удачном месте. В общем-то, я довольна.